снять пальто для начала. Танечка, я не понимаю, что ты стоишь. Так, кажется, мы прошли финскую границу. Сейчас осталась российская. Мы довольно быстренько прошли, максимум минут 20-30 стояли, не больше, даже меньше. Так что сейчас едем на российскую границу. Давай, скажешь что-нибудь. Либо нами. Все, сказал? Все сказал? Да? Пошли. Ты что сидишь здесь? Скажи что-нибудь. Уже скажу. Вот это все. Поэтому веселиться. Перейдем по другой стороне. Уже позвоните. Это очень долго с ним работал. Так что мне не надо переписывать это место. Единственное угодно будет это на основу. Все границы пересекли. Он в ярости. Преступник его позвонил больному. Я снимаюсь, понимаешь, так что такая доследующая, что он просто улыбается. А мы стоим сейчас около магазина, потому что зашли, сейчас как раз... Нет, все из-за себя. Мы как раз сейчас приехали, вот на остановке вышли, из Питера приехали, из Турне Большого, по Скандинавии. Да, и сейчас в магазин зашли там, короче, а мы тут ждем. Иван, ну скажи что-нибудь. Что я скажу? Не очень понравилось. Иван, если сказать, что Иван голодный, он с утра ничего не ел. Да, и у меня поэтому живот болит. Живот болит. Где живот? Не видно, ну ладно. Так. Если бабушка сейчас мне не даст что-нибудь поесть, будет плохо. Ну скажи еще что-нибудь, впечатление от чего-нибудь. Впечатление очень хорошее от этой поездки по Скандинавии, там, Швеции, с Данией, там, ну то есть это Копенгаген, Стокгольм, Финляндия, если честно, не очень, но их место. Ну это все. Не очень понравилось, потому что там совсем намного хуже, чем в России, мне так показалось. Россия все-таки это наша страна, наша держава. Папа даже показывает такую значимость.
самого палец. Вот. То есть, нет, в Швеции там очень так интересно, потому что там город такой очень, как сказать, забавный. Все-таки улочки все классные, там такие камешки. Это, конечно, надо видеть. В Дании прикольно, что велосипедная дорожка, повсюду велосипеды. Короче, классно. Классно. Ну, вот, есть. Стой, пап. Эй, что все это интересно? Нет, нет, стой. Интересно. Я продолжаю, продолжаю. Что продолжать? Сейчас. Ты, пап. Начинай говорить. Впечатление от поездки. Хорошо, классно. И коллектив хороший попался в автобусе, и автобусы классные. Это произошло все ожидания. Хорошо, здорово. Ну и вообще так, отдохнули, отдохнули. И даже мама, правда, вот Лана рассказывала на самом деле, что она последнюю ночь проснулась посреди ночи, беспокойство стало, что мы утонем. Даже думала пойти искать, где там шлюпки, инструкции, там, туда все, как пойти, что спасаться. Вот. Ну и, конечно, там, что частенько рано приходилось вставать, достаточно сравнительно. Вот. Да, продолжай. Вот, поздно ложиться относительно. То это все, конечно, вот. Но тем не менее, все равно понравилось, понравилось, в общем, понравилось. Ладно, тоже понравилось. Вот. Первая ночь, конечно, была тяжелая, потому что ехали мы всю дорогу в автобусе. Вторая ночь была короткая на пароме. Но, конечно, даже ради паромов стоило съездить. А впечатление от паромов классное, да? Угу. Вообще. Ну все, выключаю. Все. Ты снимаешь? Снимаю. Дальше снимать. Ну что тебе сидеть? Соберись спокойно. Чего не начал ржать? У меня в России что ли такое? Я не знаю. А? Ну вот. В общем, у меня очень хорошее впечатление от парома. На пароме было очень хорошо, интересно, красиво. Шведский стол просто супер. Можно брать все, что захочешь. Вообще очень так прилично все сделано. Финны и шведы постарались в этом плане. А вот, ой, вот большое разочарование, на самом деле, в Стокгольме и Дании было, ну, в Хельсинках мы не были ночью. Но вот в Стокгольме и Дании, это просто, на самом деле, не сравнить с Питером и вообще с Россией. То, как, пап, я знаю, ты сейчас приблизил. Нет, я немножко в сторону, чтобы так, для разнообразия. А, ну, ну, так, на чем остановимся? Да вот, что я разочаровался очень в Дании и Швеции, в том плане, что там ночью никакие огни вообще не горят. Не то, что у нас здесь вообще просто все горит, просто сверкает. Где это дерево? А у них вообще ночь просто. Одним словом, ночь. Тьма. Понимаете? Ясно, ясно. Хорошо. Вот. Хорошо. Это все. Все. Ну все. Все, конец, конец, все, все, конец. Все. Рука! Сергей Васильевна, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. А че у вас рукой? Гипсовали хоть, нет? Угу. Гипс, да, уже? Да. Че, упали? Руку сломала. Сломала или вывихнула? Все, все, сломала. Ничего себе. Все по-взрослому. Обалдеть. А лучше было локтевой, да, вот где-нибудь? Нет, нет, здесь вот, кисть, кисть.